«Донбасс. Відновлення» – документальный фильм показали в Киеве. Авторы представили свое видение региона после деоккупации. В киноверсии рассказали, каким Донбасс может стать в будущем. Посмотрел картину и корреспондент UATV Артем Голуб. Украина. Донбасс. Відновлення. Цей фильм про Украину и про ту рану – Донбасс, з якою зараз Україна не може бути повноцінною країною. Повне економічне восстановлення України і Донбасу віддільно друг від друга невозможно. Іменно в этом заключається головний меседж кінофільму «Донбас. Відновлення». Ми привлекли достатньо широкий круг економістів, політологів, фінансистів, а для того, щоб зібрати воєдине мнение і зрозуміти, а що ж, які шаги первоначально нужно предпринять для того, щоб піднімати цей регіон. Когда Донбасс вернется в Украину, авторы кинокартины не прогнозировали, сконцентрировались исключительно на сценариях экономического развития региона в послевоенный период. Однако Украина уже имеет свой сценарий возвращения Донбасса. У нас есть свое видение. Министерство больше чем год назад презентовало политическую реинтеграцию Донбасса. Оно ссылается на использование международной миссии, переходной администрации и, конечно же, выполнение всех Минских соглашений. В создании фильма, кроме социологов и экономистов, также принимали участие и переселенцы. Они говорят, что готовы вернуться домой и начать восстанавливать разрушенный войной дом. Таких фильмов должно быть снято больше, таких акций, мероприятий нужно проводить больше. И поэтому мы, общественные организации, объединяемся вместе, снимаем такие фильмы, оказываем информационную поддержку и постоянно пытаемся об этом говорить, чтобы об этой проблеме не забыли. Донбасс и Крым – это Украина. Сейчас авторы хотят, чтобы их фильм увидела широкая публика, поэтому в ближайшем времени «Донбасс. Відновлення» появится в свободном доступе в интернете. Артем Голуб, Максим Градобык, UATV.